Это реакция на Вердеича, Аризона, Ролиплей Феникс. 50 лайков, новая реакция выйдет сразу же. Феникс, промокод NoToxic54, никнейм Данте Коннор, сами все знаете. Давайте эксперимент, если что, больше такого контента на канале Семен будет. Заходите, узнавайте, познавайте и делайте прочие вещи также там. Бесконечные деньги. Вертеич, Вертеич, дай денег. Сейчас проверю, работает. Вертеич дает деньги. Моя команда работает. Работает, е. Никому не говорите, что я тут. Дай денег. Не буду. О, здорово, как дела? На. Пока не родила. На. Все. А он дает, он говорит, что будет давать фейковые деньги, он дает настоящие. Это плохо, это обман. Обманщик Вертеич. Объясню, как работает эта команда. Как? Я ввожу фейк мани, мой ID 223, фейк мани 223 и, предположим, вообще любую сумму, вот 45 344. Ага. Нажимаю, и что мы видим? И деньги добавляются. Выскакивает варнинг, у ага. меня отнимаются деньги и добавляются. И даются другому человеку. В моем случае я дал сам себе, и поэтому у меня два сообщения таких вот с минусом и с... Активация Windows, Вертеич, ну активируй винду, напиши мне, то есть миллиарды зарабатывать не может эту вот винду купить у Билла Гейтса. Я не знаю, как так, Вертеич? Плюсом. А если я сделаю вот так вот, челику вместе с вардингами будут приходить деньги. Но не настоящие деньги. Ну что ж, начнем. Фарм давай. Протереть? О, это наш клиент. Не надо. На тебе по 100 тысяч, сейчас будет крах. Жесть. Вау, у него кейс появился. Спасибо. Который все видят кейс? О, как? Что? Кейс. Что, как? Появился сам. Жесть. Я 355-му тоже крашей накидаю. Что? Денег, то есть. О, как? Кого? Того. Помогите! Что за бред, бро? Ужас! У меня сейчас плюс 500к было, что за хуйня? Деньги сами приходят! Ужас! Блять, что это? Блин, Вертеич запикивает мат, вот это круто, это классно. Пиздец! У него уже 9 лямов, бро! Тебе тоже? Да, Артур! Тебе тоже? Пирожков. Деньги приходят. А, это Бабич. Кого? Прикиньте. Только мы вдвоем. Я кикнул его из игры, дабы было чуть-чуть поправдоподобнее. А деньги пропадают когда, да, кикают? Он зашел и появился в особняке своей мафии. А, деньги-то не пропадают. А кое их можно потратить или они просто вот так вот чисто? 99 тысяч. Он сейчас стоит и не понимает, что с ним происходит. Просто из ниоткуда ему капнуло 10 миллионов. Жесть. Бро, как дела? Тебе в последнее время деньги не давали? Нет. Просто так. Думаю, это всем так перепало. Вот, как видите. Как же хреново, что я их сейчас не слышу. Блин, очень плохо. Подкрадусь. Ян, блядь. Вертеич подпёрся. Нахуй, оно быстро. А чё Вертеич сейчас не запикивает? Вертеич, ну запикай, пожалуйста, ну ё-моё. Ты куда, нахуй, вырядился, блядь? Ебало своё, запикай, нахуй, тоже. О, а сейчас запикал. Мне очень... Вертеич, ты забываешь запикивать, как так? Жаль, что я не слышал большую часть их разговора. Больше. Что они пизди, блядь? Ну ладно, это лайфстайлом, типа, можно, нормально. Фильтруй, нахуй. Хули ты со мной, блядь, разговариваешь? Я ну да, реально. Что ты скринишь, блядь? Кому ты отсасывать Данила будешь? Кому ты отсасывать будешь? Ёбище, блядь. Тварь, блядь. Струй, нахуй, а потом разговаривай. Бля, вот обожаю голосовой чат за это. Вот это самое лучшее, что было придумано вообще в мире голосовой чат. Ебло самое лучшее. Ебло своё, затруни нахуй, ебать. А то что, ебать? Ладно, что будет? Не будем им мешать. Пацаны, если вы это смотрите, напишите там в комментах, чем все в итоге закончилось. Интересно? Капец. Драка. Fake Money 109. И давайте ему дадим вот столько денег. Давай. Ему капнуло сейчас почти 9 лямов. Очевидно, он охренел. Но у него сейчас 22 миллиона. Игрок вышел из игры. Кто-то обосрался. Но ничего, есть еще 500 подобных кандидатов. Допустим, как этот велосипедист. Давайте ему будем платить за каждый раз, когда он будет прыгать. Думаю, пойдет. Давай. Прыжок веры. Чел, просто прыгни. И у тебя денег... Да он только что прыгал. Ну давай, уже прыгни. Он же только что прыгал, о. О, прыгнул. Прыгнул! Дальше он просто катался и не прыгал. Но жесть. Это пока что. Ну, а потом? Пока что не до конца понял, что произошло. А что потом-то было? Он сейчас вот должен прыгнуть, я ему дам... Он должен, он будет прыгать. Давай. Опа! Жесть, он прыгает. Опа! Красава. Ебать, попрыгунчик! Вот это да. Опа! Жесть. Опа! Чел-то понял. Опа! Опа! Бля!
Богоюзер, фу. Жесть. Самое прикольное, после этого он не переставал прыгать. И все это длилось очень долго. Ну прям. А ты очень. Деньги выдавал. Как бы вы поступили в этой ситуации? Я бы прыгал. Напишите, будет интересно. Я скажу так. Бесконечно давать деньги я не мог. Напишите, как бы вы поступили в этой ситуации, очень интересно. Мне пришлось подключить администрацию. Достаю велосипед, выхожу из дома, начинаю прыгать где-то. Музыку включил, еду, все спокойно. Ездю радио, главное, слушаю там это. Ну, я люблю так обычно делать. Ну, смотрю. Было дело, да. Позже уже поезжаю где-то в Казамасу, может быть. Ага. Какие-то варнинги идут у меня сначала по 100 тысяч, по 200, по 300, потом по миллиону. Жесть. О-о-о. В итоге на баганные Ого. Деньги он вернул. Красава. Никита, ты серьезно? Мне его жалко, Никита. Давай деньги. Но не переживайте. Так деньги-то можно потратить или они фейковые все-таки? Я выдал ему 2000 доната. Кстати говоря, на моей странице ВКонтакте сейчас проходит розыгрыш нескольких... Друзья, на моей страничке ВКонтакте ничего нет, но вы можете добавить меня в друзья, и все будет лучше, чем когда было до этого. Дорожников, что позади меня. Нужно всего лишь поставить лайк на этот пост. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем. В описании, реально? Успех 714 и фейк мони. Лол! У вас все, нормич? Да. Ору зараз. Ну давай, пошло, поехало. Очередные деньги. У него уже почти 5 миллионов. Жесть. На тебе тоже. Как так моргать? Страби? Краби, блядь. За что один кака? У тебя тоже? Да. Ебать. Что? Блин, Вертич так классно озвучивает. Вертич, озвучь мне фильм. О, у меня фильм скоро будет. Это место багнуло. Ебать. А сейчас он не запихивает, почему? В этом месте бабки сыпят. Не пиши никому, стой. Ебать. Все больше. Что? Пиздец. Жесть вообще полная. Охуеть. Вообще жесть. Стой и фарми. Пизда. Тихо. 3 hours later. Ооо, охуеть. Сколько у тебя уже? 6 кака. А било скоп с 300к. По сколько идет? 111. Блять, что? Пиздец, ору. Я ебал. О, пошло. Блин, ну неплохо, неплохо. Пора заканчивать. Думаешь, заканчивать? Лежат. Спасибо всем за просмотр. Пожалуйста, друзья, спасибо всем за просмотр данного видео. Arizona Roleplay Phoenix. Мой никнейм, мой промокод, мой айпишник. Все в описании. Если вам все это понравилось, подписывайтесь, во-первых, на канал Семен. Там реакций будет больше, наверное, я так подозреваю. И все будет больше. Поэтому подписывайтесь на канал Семен. На этот канал тоже подписывайтесь. Все будет хорошо, все будет отлично. Всем пока, всем до свидания и пока. We'll be right back.